Соглашение подписали глава Сочи Анатолий Пахомов и мэр Йошкар-Олы Александр Принцев. Сейчас в городе проходят гастроли Мариинского театра оперы и балета. Это 40 артистов, известнейшие спектакли и оригинальные декорации. Сотрудничество решено продолжить и за рамками летних балетных сезонов в Сочи. Тем более курорту есть что предложить в ответ. Наша республика, наш город, он был закрытым городом. Он так, даже на карте его не было. Да, потому что очень закрытый город был, оборонно-промышленность. Сейчас у нас все по-другому, поэтому вот, раскрыть нашу республику, наш город. Мы, с учетом того, что вы нам так сильно помогаете в культурной программе, мы вам поможем в выздоровлении ваших трудящихся. Поэтому переговорите с работодателями, переговорите с губернатором. Я, в принципе, тоже, если нужно, приеду, сделаю презентацию. Глава Сочи уже провел выездные презентации в 34 городах нашей страны. В межсезонье 88 местных санаториев работают по оздоровительным программам с большими скидками. Как результат такой работы – высокий и стабильный интерес к Сочи. К слову, в этом курортном сезоне город уже посетили 2,5 миллиона туристов.